Как вы помните, то, что лиса опять съела колобка. Но теперь колобок, он поцарапал все кишки лисы. И все же опять выбрался, но только вонючий. Потом у нас теперь новый герой Бамби. Идет Бамби, встречает лису, говорит: «Офигеть, ты лиса вообще, ты съела колобка?» Он убежал, второй раз съела, опять тоже убежал. Если это будет в третий раз, то тебе хана, понятно? Я кукурузу тебе, знаешь, куда засуну? В рот покушать. О, я хочу кушать. Не будешь кушать? Короче, тут сидит банду, ты должен забрать телефон. И телефоны. Вот так вот. Теперь. Давай, иди. О, здорово, как дела? У меня есть айфоны. Круто, да? Это круто, конечно. Но я их отберу, потому что я хз. Короче, когда лиса забрала, то она встретила опять колобка. Ну и тут начинается война. Вот так вот. Все, колобок, я выжил. Теперь тебе никакой... Кто это? Суслик или хомяк? Чамой? Я не знаю, кто это. Тебе не поможет с андертейльским матершиным... Какие-то там... Не знаю. Ну, короче. Ты должен опять быть съеденным. А то зря я знаю, что я буду делать с телефоном. Я позову кого-то побольше, чтобы ему была Кабамби, короче, экспунгет вычеркнут. А хотя он большой, он не поместит. Так что телефону он мне не пригодится.
погодиться. Короче. Давай сделаю так. Давай я позову Бэмби, и ты Бамби или Бамби. Откуда тебе знаю, нахер. Короче, не буду звать. Короче, я опять тебя съел. Ну, конечно же. Я еще хотел сказать то, что глава первая – это просто начало. Я решил то, что я не буду прям целую главу там делать до бесконечности. Я вот буду сезон серии делать, маленькие такие. А потом, когда уже все сделаю, то может быть то, что я уже все это соединю. Все, до свидания.